Вот такое вот зеркальце в виде солнышка, сделанного из МДФ. Центральная часть представляет собой вот такую вот мозаику из зеркал, из элементов зеркал, кусочков зеркал, расписано вручную, покрыто вот таким вот искусственным растрескиванием, кракелюром называется. Вот, с обратной стороны выглядит таким вот образом. Есть петелька металлическая, за которую можно повесить очень надежно это зеркало в любом выбранном вами месте вашего жилища. Ну и сделано в Индонезии, как я говорил, значит, ну, в принципе, неплохой вариант настенного декора, особенно если речь идет о каком-то восточном или африканском интерьере. Будет смотреться, я думаю, гармонично. Спасибо.